А до нашої ранкової студії завітали Сергій Кравченко та Олена Кравченко, учасник та учасниця гурту «Шури-мури». Ось така назва у нас сьогодні гурту. Так, доброго ранку. Доброго. Вітаю вас у нашій студії. Отже, перше, мені здається, що хочеться, чому така назва? Чому «Шури-мури»? Ну, Шури-мури, потому что это как бы веселое такое название, Шури-мури. Мы же начали сначала выступать не на сцене, а мы начали проводить свадьбы, корпоративы. И вот хотелось такого веселого названия, как бы, Чтобы люди могли чтобы быстро люди запомнить. быстро запомнили, да, это название. И чтобы оно звучало именно на тех языках, которые мы понимаем. Мы специально не брали какие-то иностранные названия, а вот чтобы это было доступно. Ну и мы такие вот, в принципе, люди. И когда мы делали название нашего Придумали. проекта, да, то в этом участвовали абсолютно все там. И наша семья, каждый написал название. И вот дочка нам написала такое название, старшая. И нам понравилось, и везде было Везде, одобрение. где звучит, у Да. людей улыбка на лице. Как бы мы этого добивались, Да. хотели, чтобы вот такое веселое название было такое. Слухайте, а взагалі, як почали співати, займатися цим? Я знаю, що ви подружжя. Чи ви вже у шлюбі так почали, вирішили Да, таким займатися? Так? да. И я начал заниматься этим раньше. Я был еще студентом, это был 89-й год. Я учился на Убудском педагогическом колледже. И у нас там была музыка, и я играл в вокально-инструментальный ансамбль, так раньше назывался. И также мы начали играть на свадьбах. И потом было время такого, когда Украина отделилась от России, началось тяжелое время. Одно время музыку забросили, но музыканты, они, знаете, как инфицированные вот чем-то, вот таким каким-то драйвом, зарядом. И начиная уже вот буквально там с 2000-х годов я вернулся. Ну, а супруга попозже подтянулась. Уже 5 лет. Да, она 5 лет. 5 лет существует наша группа, да. В этом году вот у нас такой полуюбилей 5 лет. Ничего себе, вітаю вас зі Спасибо Да, большое. спасибо. Так, ну скажіть, спочатку свята були, весілля там, потім сцена. Як це Да, сталося? да. Но оно как-то хочется большего, хочется больше рассказать людям о себе. Плюс мы начали писать свои песни. И свои песни, конечно, хочется спеть вот как-то на большой сцене. Людям, чтобы, да, услышали, узнали больше о нас. И вот Сережа тоже говорит, ну, мне мало уже свадеб, корпоративов. И, Да, да, просто другая энергетика. На другая свадьбах энергетика. она одна энергетика, на концертах она совершенно другая. И приятно вот людям дарить вот это вот тепло, это передавать этот драйв, атмосферу, эту энергетику. Знаете, когда ты сам горишь этим, обязательно люди, которые это смотрят, они всегда это оценят, и им приятно, что им как бы дарят этот огонь и им. Вот так. Слухайте, добре, а давайте трошки розберемося саме в стилі, якому ви виконуєте. От, і ви казали, у вас вже є свої пісні, а до Да. цього що ви Мы, виконуєте? этот стиль называется неошансон. Очень часто люди путают шансон и неошансон. Вот, допустим, такие... Давайте для наших глядачів, щоб вони Да, для нас... розібралися. Это что-то между шансоном И и попсой. попсой, да, Да. популярной музыкой. Что-то вот такое между. Ну, неошансон, мне кажется, это такая музыка, вот как мы идем сейчас, вот музыка от души, слова от сердца. Вот я думаю, что неошансон это вот именно эта музыка от души, слова от сердца. И в таком И очень стиле. много людей любят это направление, просто они считают это шансоном. А этот стиль, даже сами музыканты, вот такие как вот там Бублик, Ваенга, они говорят, что это не шансон, это неошансон. Они даже в названии этого стиля сами сказали, нео, нет, это не Нет, это не шансон. шансон, да. Ну, вот в этом стиле мы работаем, мы очень много любим украинских исполнителей, очень много. Ну и вот в этом стиле мы тоже стараемся писать свою музыку. Вот то, что мы любим, то мы и передаем, то пишем, тем живем. Об этом мы поем. Слухайте, ну от відійшли трошки від весіль, вже вийшли на велику сцену. А чи от зараз іде відбір на Євробачення? Чи плануєте і ви теж туди? Ну, Нет, мы пока не планируем. Ну и Може, там вообще є как-то у планах? нет, в планах такого нет. У нас мы хотим как бы просто Мы, выступать, просто дарить да. свои песни людям, чтобы о нас узнали, услышали. Ну и как бы не тот уже возраст, мне кажется, чтобы идти на Евробачение.
Нет, вы знаете, если бы была такая возможность, может быть и пошли, но нужно быть реалистами. Мы, конечно, бы мечтали бы выступить на такой большой сцене, все, знаете, это как в народе говорят, ответственность, мне кажется, а почему бы нет? Очень большая ответственность идти на Евровидение, это вся Украина на тебя смотрит, вся Украина как-то полагается на тебя, на вот надежды как-то, это очень, очень... страшно, страшновато йти. Угу. Ну і хочеться трошки від вас почути, от для початківців, які тільки от входять у цю якусь творче русло, ось таке, от там починають свою справу співати, от трошки порад від вас, от вже як відомих таких от миколаївських музикантів. Нужно ніколи не розчаровуватися, ніколи не останавливатися, тому що завжди будуть якісь з боку доброжелателі, які будуть як би тягнути тебе вниз. Ты должен этим гореть, вот и начинать это делать. И чем больше ты поешь, чем больше ты отдаешь этот драйв, заряд людям, больше будет успехов. И я так думаю, что это, наверное, абсолютно во всем, как в пении, так и в других каких-то направлениях. Поэтому, ребята, старайтесь. Да, сцена – это большой труд. Это большой труд. Большой труд, усердие, много работы. Эта сцена не терпит, вот как мой муж говорит, слез. Сцена, она любит сильных людей, которые вот идут вперед, добиваются чего-то. Вот мы желаем быть такими сильными в этом деле. Слухайте, я хотіла б, на жаль, у нас не виходить з технікою, не виходить вімкнути, але хотіла б трошки почути все ж пісню, якось зарядити нас усіх музичним таким настроєм сьогодні. От, можливо, все ж продемонструєте. Да, продемонструємо. Ну, ми ще перед этим хотим сказати, що мы готовим свой авторский сингл и готовим очень много каверов. Буквально 27-го, я так проанонсирую немножко, 27 апреля в концерт-холл «Юность» мы приглашаем абсолютно всех. Там будет очень классное мероприятие, это будет наш сольный концерт. На сцене будет 10 музыкантов, будет очень большой хореографический коллектив. И вообще энергетика, она будет, ну, на самом высоком уровне. Я считаю, я вам хочу сказать, дорогие зрители, приходите на наш концерт, этот зал драйвом мы наполним. Вот 27 апреля, звук, да, мы будем представлять свой сингл, будут авторские аранжировки других каверов, но будет очень классно, очень. Мы настолько ждем этого мероприятия, готовимся к нему. А сейчас у нас такой небольшой тур по области, вот буквально... 30-31 марта мы будем в Новом Буге. А дальше у нас в планах Березнеговатая, Снегиревка. Хотим приехать в Новую Одессу. Были уже в Баштанке. Вы знаете, очень много людей это все воспринимают. Был полный зал, да. Был дабл такой. Слушайте, ничего себе так. Ну, я бачила, да, я бачила анонс у вас на сторінці, що ось їздити містами, їздити по області, просто демонструйте. Круто. Ну, прошу. Авторская песня называется «Ажиотаж». Да, ее, кстати, нам написал композитор Николаевский, поэтесса, да, Дмитрий Скрис и Натали Дали. Это муж и жена. Называется «Ажиотаж». Подружья так Да. Лето, солнце, душно, жарко. Лето, солнце, душно, жарко. Стало мне себя так жалко. Ей себя так жалко, жалко. И своих клиентов в банке. Тум-пам, тум-па-дум-пам. Видеть не могу. Видеть не может. Надоело мыть посуду. Надоело, надоело. У плиты стоять не буду. Ха-ха, ха-ха. Пусть простят мою причуду. Простим ей все. Но я убегу. Объявляем саботаж. Убегаем все на пляж. Мы устроим здесь кураж. Аж, 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 ажиотаж. Объявляем саботаж. Убегаем все на пляж. Мы устроим здесь кураж. Аж, 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 ажиотаж. Слухайте, браво, просто супер, такий просто заряд, просто драйву, дійсно. Спасибо. Слухайте, дійсно класно. Я бажаю вам успіху, щоб ці 5 років, потім 10-15, і ось дійсно розвивалося. І, можливо, все ж до Євробачення все ж надумаєте. Спасибо большое, спасибо. Так, дякую, що завітали. Я нагадую, що до нас завітали учасники гурту «Шури Мури» Сергій та Олена Кравченко. Зарядили нас сьогодні драйвом, бадьорістю, музичним настроєм ось таким. Я думаю, варто завітати все ж на їх концерт. Вітаю вас. Да, приходите, всіх ждем. Да, всіх очень ждем. Все, дякуємо, що завітали.